И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Серега, как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Приветики, омлетики. Серега нашел очень классную карту хоррор, называется Турка Хоррор. Если тебе текущий приятного аппетита, у нас прохождение страшной карты. Погнали. Так, Серега, начинается с того, что, скорее всего, произошла какая-то авария. Ребята, надеюсь, вы подпишетесь и лайкните, потому что мы стараемся. Так, тут какие-то куски тел валяются, прям вообще жестко. Это какая-то реальная авария, это терминатор тут, короче, побывал или что? Просто автобус перевернутый, нифига себе. А можно в автобус зайти? А, нет, нельзя. Ну, хоть монтировку дали. О, у нас, кстати, оружие есть все, может тут зомби будут? Я, короче, на всякий случай возьму дробаш. Мне так спокойнее. О, я кнопку нажал. Такая атмосфера именно прикольная, тем, что туман на улице, ночь. О, здесь можно зайти. Ладно, сейчас я тут посмотрю, что еще тут есть. Потому что в таких картах, видишь, надо все нажимать. Можем что-то пропустить. Да. О, ну вот это хоть что-то, проветрю. Бунтовщики пришли ломать все. Так, закрылась дверь. Давай через обычный вход зайдем. Да. О, это уже мы в какой-то больнице. Ну, я так понимаю, что это дурка, раз называется дурка хоррор. Так, мы сейчас пойдем по тем комнатам. Так, дверью зажало меня. Слово психиатрии. Прикольно. Они тут нарисованы у нас. Это что, анимешки? Странная дурка. Это выздоровленные пацы. Кого они вылечили, я понял. Все сходится, ребята. Не умеешь, вместо меню нюхай товарищу руку мою. Нюхаешь борщ, получишь борща. И кручуешь, отхватишь леща. Блин, прикольный стишок. Я какие-то звуки слышу. О, так тут смотри, еще есть люди в психушке этой. Нифига себе. Ей, а представь, они все выйдут. Я думал, тут никого нету. Ой, жирные жопы пролезть не могут. А, давай наверх сходим. Блин, угарная карта. Уже смешно, ребята. Так, а можно пооткрывать им двери? Он отходит, боится нас. А, там, кстати, кнопка есть. Может, там можно открыть? Пойдем, пойдем выпускать их, Дим. Да я что-то не хочу этого делать, но чувствую, придется. Так. Придется. Душевая здесь у нас, ничего нет. А, ну-ка, работает, работает, ну-ка. Нет. А вода хлюпает. А, да. Нормально здесь купаются. Непонятно, как вода бежит, но... Прикольно сделано. Так, а мы там везде двери пооткрывали? Внизу, не знаю. Давай тут... пооткрываем везде прям. Опа. О, ты я на улицу вышел с другой части карты уже. А, тут что у нас? Тележка инвалидная. Татуэтка. Так, надеюсь, сюда не надо будет нам ничего искать, чтобы притулить. Потому что что-то похоже на это. Так, хорошо, идем тогда, возвращаемся назад. И пойдем по тем комнатам. А, подожди, нам не сюда. Нам сюда. Ну-ка, чего у них тут пожрать, если они чего? Вы сюда пришли проходить игру, а не жрать. Я жрать хочу. Так, ну что, начинаем здесь двери проверять. Блин, прикольно, здесь все на русском, Серега. Простат. Да, интересные картинки, мне нравятся они. Блин, не мочу. Ух ты, ё-моё! У тебя был скример? Да, это Валакас. Ребята, начинается, короче, угар. Серега как всегда находит обалденные карты. Так что пишем в комментариях, Серега красавчик. Это что, ящик пыток? Ящик Пандоры. О, здесь что у нас? Тимоша, Настя, Алина, Света, Ваня, Рената, Даша, Зехра, Ярик, Даша. Очень странная открой дурка. Открой свой разум. Так, здесь у нас ничего нету. Выбери свой путь. Покой, скромное удивление, веселье. Усталый страх, обида, грусть и злость. Так, Серега, здесь вообще, я так понимаю, электротерапия какая-то, наверное. Смотри. Где? Или что здесь вообще? Это как будто допрос. Видишь, учебник как для головы, что ли, наверное, голову ложат туда. И что-то плохое делают с людьми. Так. А, обязательное исследование в разном возрасте. Где они вообще эти взяли постеры прикольные такие? Анатомия человека, почки, печень.
Диспансеризация. Так, приближаемся куда-то. Куда? Так, туалеты. Сижу с перегородок. Ничего нету, блин. О, кстати, почему в помещении такой туман? Я ничего не понимаю. Что? Кто я? Так мы, может, тоже с ума сходим, Серега? Может, мы больные люди в этой лечебнице, мы типа? Да. Не, ну вообще, по идее, как бы мы реально попали в аварию и пришли в эту электрическую больницу. Мы больные на голову, Дим. Ага, здесь котельня у нас. Ой, что ты нажал? Ой. Может, надо успеть пройти? Погоди. О, пошли. Пошли. А мы выйдем потом? Да. Ага. А, это типа изолятор. Нормальный изолятор. Ломай, ломай, мы же миллионеры. Ну да. А здесь о, мы были? О, Дима. Дима, кнопка. Идем. Освобождение психопатов. Нажимай. Мы их выпустили, ребята, я знал, что это произойдет. Это что, мы сейчас будем, короче, уже с ними выживать? А зачем мы это сделали? Можно закрыть назад? А закрыть тоже можно назад. Да. Что, выпускаем их? Давай выпустим. Давай. Вообще, ребята, начинается эпик. А тут еще две комнаты. Идем, идем. Ого. Это точно стал какой-то. Так, давай что-то понажимаем все. Это трон какой-то, Дим. Так, да. Самый главный психбольной тут, короче, находится, наверное. Да. Блин, антуражная карта такая очень атмосферная. Мне это нравится. Редко такие карты нам попадаются. Так. А вон та авария, где мы были. Так, ну тут ничего. Ты думаешь, что надо что-то нажать? О, Серега, можно сесть на Alt E попробовать. Не. Садиться, я понял. Ладно, пошли вниз тогда, что делать? Потому что мы, походу, мы везде здесь были, да. Там мы калитки открыли везде. А сейчас. Двери закрылись, мы их 100% открывали. Сейчас. Ты что, хочешь открыть сейчас? Да. И что? Я вот зашел к нему. А, он просто статичный, Серега. Ничего не происходит. А, оно само закрывается через определенное время. Да, здесь ничего. Мы не были. О, ух ты, ё-моё! У тебя тоже был этот скример дебильный? Да. О, дверь секретная открылась, Серега. А чё ты нажал тут? А я не знаю, я тут что-то нажал. Офигеть! Она закрылась. О. А как её увидеть здесь? О, чё это за робот? А, вороны. А что этот робот делает, оно, если на него нажму? А он нам ничего не делает. Офигеть, вот это как это нычка вообще? А так и должна быть? Ой, блин, чуть не придавило меня. Блин, как догадаться, что тут нычка есть? Это что, надо просто все вот так клацать от фонаря? Серега разозлился. Ой. А ну да, на факел нажимаешь, а если на этот факел нажать? Что там сзади такое, как будто что-то есть? А, вот эта кнопка секретная, видишь? Да. Так, Серега, все, валим отсюда. Ну нафиг эту дурку. Подожди. Проходи. А жирная жопа не пролазит. Ух ты, опять этот скример. Ёкало, манекало. Заскриптованы на одном и том же месте. Так, насколько я знаю, надо, наверное, попробовать там машину сесть. В гараже, которая. Ага, нам не сюда. Мы, в гараж, наверное, мы только с улицы можем попасть. Так. О, тачка есть. Так, Серега, все, я в машине. Давай, гони. Подожди. Сейчас выйдем. О, отлично. Ой, блин, Серега, нажми кнопку, ё-моё. Машину зажал. Давай. Так, все хорошо. Дима, это кто там? О, скромник. Чё, мочим его?
Валим нафиг, Дима. Так, садись, садись в тачку, я его собью. Он на месте стоит. Короче, все. Ну нафиг, я все равно уезжаю. Валим. Если понравилась эта серия и эта карта хоррор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. О, Дима, смотри, что я выловил. Нормально ты выловил. Ну...